первенстве, в финальном турнире первенства России, который проходит здесь, в Москве. Посмотрим, что сделает Лямзин. Лямзин дает великолепную передачу Гудкову. Надо забивать удар по воротам. В штангу попадает мяч после удара Гудкова. Какая атака очередная у наших. Блестящая. Так, подача во вратарскую на Гринюка. Гринюк бьет головой в сантиметрах от штанги. Проходит мяч, наверное, даже держит свои ворота на замке. Хотя, как вы видите, очень редко железнодорожники атакуют наши ворота. Просто очень редко. Вот хорошая передача на Гудкова. Гудков сразу же в штрафную. Нет, не дошла вновь передача до Гринюка, но наши отобрали. Пора уже и желтую дать. Это был такой явный фол. И такое ощущение, что... Такое ощущение, что серьезное. Что очень серьезное нарушение. Там валяется. Скоропупов оригинально пропустил мяч. Молодец. Марков. Гудков. Гудков обыгрывает. Обыграл Гудков. Там его пытались придержать рукой. Не вышло. Гудков возит двоих. Но будет удар. Нет. Подал Гудков. Передача на Ляхова. Константина Ляхова. Першин пришел помогать здесь. А вот, может быть, опасный удар по воротам. Неуверенно играет Жуков. Вылетел мяч. Активизировались в концовке первого тайма соперники. Нужна аккуратная игра. Здесь удар по воротам. Чудом не забивают футболисты Локомотив. И дриблинг, и все, что хотите. Был попадание в штангу. Першин бьет штрафной. Удар. В створ летит мяч. Гудков. Удар. Гол! Гол, 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 гол. Нет, не защита. Увы. Арбитр поднимает флажок. Мы еще посмотрим этот момент на повторе. Был ли там гол нашим в центре поля, в центральной линии. Еще одна передача прошла футболиста Локомотива. Муртаев был расторопнее и отдал вратарю. Вот, может быть, опасно Борис Путилов. Муртаев здесь должен корпус поставить. Нет, не получается. Жуков в ногах ловит мяч. Будет удар. Удар по воротам. Гол. Счет открыт. Футболисты Локомотива выходят вперед. Убивают ваут. Быстро вбрасывает Мустафаев. Отдает Скоропупову. Скоропупов Гринюку. Гринюк. Войдет в штрафную. Гринюк входит. Ох, какая передача. Нужно забивать. В Лямзин. Лямзину мяч попадает. Он бьет. Мяч попадает в руку футболисту Локомотива. И пенальти назначает. Сейчас Нуртаев. Удар Нуртаева выше ворот. Выше перекладины летит мяч. Увы, счет остается. Отбил за боковую. Нет, не за боковую, за линию ворот. Угловой удар Першина мяча. Першин в вратарскую. Там никого нет. На дальней штанге, куда летел мяч, не было, к сожалению, никого. Мяч у наших. Скоропупов. Спешит, по-моему, Скоропупов, но отличную передачу делает Мустафаев. Удар и гол. Мустафаев сравнивает счет. Денис Мустафаев 1-1 на 53-й минуте этого матча. Все-таки прошла из таких, одна из таких рискованных, но острых передач нашего капитана Ильи Скоропупова. И Мустафаев распорядился мячом в штрафной так, как надо. Свисток, финальный свисток дает арбитр. 1-1. Мы упустили победу в матче, в котором должны были выигрывать, хотя и отыгрывались по ходу. Не забили пенальти.